Машинистов у Ольховского парка просто не справляется ливневки, тут на лодках надо плавать. Кто-то вот так вот решил бежать по тротуарам. Молодцы. Там вообще-то тротуар был до того момента, пока не пошел дождь. Теперь там пляж. Ну вот, да, люди обижают эту водяную проблему, кто на седанах по тротуару. Уже скопилась пробка. Не все хотят мочить свою машину. Спасибо.